Здравствуйте. Сегодня посмотрим на графические виды отображения древа в GRAMPS, как они устроены в самой программе, когда вы ей пользуетесь, и что с ними делать потом, если вы хотите вывести древо на печать и увидеть его уже сначала в виде файла отдельного от программы, а затем где-то у себя на стене или в форме там, свитка. Что с этим делать дальше? Здесь сразу оговорюсь, что у GRAMPS, так же как и у остальных программ на Windows, есть все-таки слабое место в виде дизайна. И я хотела бы сказать, что все, кто мечтает увидеть программу на Windows, которая позволяет сделать очень красивую схему, или тем более схему с каким-то красивым фоном, с какими-то красивыми кружочками персон и вообще с чем-то таким художественным, вот, к сожалению, всем им придется разочароваться, и я сразу скажу, что такой программы не существует. Даже сложности есть с выводом, в принципе, схем из программы и с тем, чтобы в самой программе увидеть понятную, удобную схему. В общем-то, на Mac, насколько я знаю, это реализовано лучше, но тоже не решено полностью. Поэтому программа у нас исключительно для работы, и схемы там, дай бог, чтобы были просто достаточно эффективные, приемлемо выглядящие, и, собственно, чтобы вывести их можно было не слишком сложно. Для примера, я в GRAMPS 5-й версии, уже та, которая не бета, а уже рабочая, открыла example. Это древо, которое можно скачать с GRAMPS Wiki. И оно содержит записи на разных языках, но, в общем, сделано для того, чтобы вы могли увидеть действительно большое древо. Если у вас древо меньше, со многими проблемами вы не столкнетесь, и вам будет проще. Здесь мы выбрали произвольно персону в категории «Люди». И переходим в графики для того, чтобы посмотреть, как же, собственно, это все видно, как ее древо будет отображаться на графиках. Вот графики, которые нам доступны. Родословная, несколько веерных карт, граф отношений, древо, древа трех совершенно непривычных нам типов, даже если считать веерные карты привычными. Пойдем по порядку. Родословная. Скорее всего, когда вы у себя откроете древо, вы увидите его в другом ключе, даже если вы его не настраивали под себя, оно по умолчанию у GRAMPS выглядит немножечко иначе. И цвета, и, собственно, расположение. Как его можно менять? Из двух источников идут правки у нас. Заходим «Правка настройки» и переходим на вкладку «Цвета». Здесь можно выбрать цветовую схему, но я всегда оставляю и рекомендую светлую, потому что она более наглядная. И здесь есть четыре основные категории. Это мужской пол, женский пол, неизвестный пол и такое понятие, как семья. Также базовое лицо, которое у меня включено в четвертую категорию, но, в общем-то, можно его выделить отдельно, если вам действительно интересно видеть базовое лицо все время принципиально другого цвета. GRAMPS, опять-таки, очень гибкий, и здесь его гибкость хочется ограничить, поэтому я не стала, во-первых, различать наполнение ячейки и ее рамку во всех случаях, то есть рамка идентичного цвета, как и наполнение, потому что, на мой взгляд, непонятно, зачем это сделано, красоты это не дает, а взгляд цепляет. Плюс различие персон на тех, которые живут, и те, которые уже умерли, тоже я не считаю особо существенным. Я здесь делаю его оттенками, что в женском, что в мужском варианте и в неизвестном поле. Но вообще этого, в принципе, можно избежать. Также, что еще можно здесь еще сократить, так это сделать семью и базовое лицо такими же цветами, как неизвестный пол, чтобы вообще, в принципе, свести ненужные цветовые какие-то ассоциации к минимуму. Но здесь семья, точно так же, как, собственно, разведенная семья, идентична обычной семье, рамки одинаковые, базовое лицо такого же цвета. С живыми там и мертвыми неизвестного пола ситуация аналогичная, как с мужчинами и женщинами. Почему вообще эта категория здесь выделена? Ну, во-первых, мы знаем, что в 20 веке часто мы знаем, что у бабушки, например, было пятеро сестер и братьев, но знаем, да, предположим, только двоих из них по именам и вообще какого они пола, остальные нам неизвестны. Если мы говорим о более ранних годах, то там, как правило, если уж мы находим ребенка, мы всегда понимаем, что это там Катерина, женщина, да, даже если ни у кого нет графа и пола, если это Иван, то это, понятно, мужчина. Я думаю, это еще просто более актуально для все-таки западных родословий, потому что у них бывает так, что по имени понять сложно, какой пол. Это все, что мы можем сделать с цветами. Закрываем. Древо само можно поменять еще вот здесь настройки. Показывать изображение, но тоже, к сожалению, большая часть нашего древа, все-таки, если оно далеко простроено, будет без изображения в любом случае. Данные о браках, неизвестные люди, все это довольно-таки вторичные настройки. Самое интересное – это вот это вот расположение древа. Естественно, по умолчанию оно горизонтально сделано в одну или в другую сторону. Здесь не меняется суть от предков к потомкам или как, просто слева направо, справа налево, как вам удобнее смотреть. Также вертикально, соответственно, можно поменять, чтобы оно было восходящим, нисходящим, но самой сути это, в общем-то, не меняет. То есть это не замена, собственно, восходящего там, от предков потомков к потомкам или наоборот. Это просто более удобное для вас расположение. Стиль древа – это тоже, к сожалению, не то, о чем хочется сразу подумать, что здесь сейчас будут меняться какие-то внешние привлекательные параметры. Это просто, вот, понимаете, компактно или расширено. Ну куда уж что-то делать расширено, если тут и так-то, в общем-то, даже на нормальном экране плоховато все умещается. Поэтому делаем стандартный, оставляем. И обратите внимание, что вид этот похож на махерит, то есть для того, чтобы по нему перемещаться, вам нужно постоянно возюкать мышкой
куда-то и смотреть на длинную колбасу, но здесь вот она не очень длинная сейчас, но в принципе. У MyHeritage что удобнее реализовано, что вот эти вот переходы, они, конечно, более интуитивно такие понятные, вверх-вниз. Проще там это делать. Плюс здесь для того, чтобы изменить масштаб древа, нужно подвигать вот эту колоночку. Видите, оно не меняется по количеству поколений или персон, на самом деле, я проверяла. Оно просто, вот насколько оно умещается на экране. Вот, соответственно, можно выбрать какую-то среднюю для себя величину и уже по нему дальше перемещаться. Следующий вид, пойдем по списку, это веерная карта. Ну, собственно, здесь хотелось бы сказать, что я не эксперт в плане пользования компьютером или программирования, и даже не эксперт в Grams. Я его продвигаю просто потому, что он мне нравится, и он, собственно, бесплатный, и мне за это ничего точно совершенно нет. Поэтому что я могу сказать? Я все время рада каким-то комментариям со стороны специалистов о том, правильно я делаю что-то или нет, или, может быть, есть какие-то более удачные ходы, которые я не использую. Потому что, как, понимаете, когда используешь программу каждый день, и ты ее параллельно осваиваешь, не проходишь какой-то предварительный курс или не понимаешь интуитивно, потому что всегда пользовался Linux, на котором, собственно, она, я думаю, лучше, больше, более раскрыта для понимания тем людям, которые пользуются Linux или программируют на Python. Вот если у тебя ничего этого нет, то ты, собственно, берешь какой-то вариант, который работает, и используешь его, просто спасибо, что он работает постоянно. Вот у меня такие решения тоже довольно часто встречаются, поэтому не каждый из тех способов, которые я показываю, является оптимальным. Собственно, по поводу графических древ тоже возможно, что в веерном представлении вы можете найти свои преимущества, если к нему привыкнете. И эти преимущества будут такими, которые вы не найдете, соответственно, в других видах древ. Вы будете наслаждаться и там будете вполне рады, что им пользуетесь. Вот, собственно, так выглядит веерная карта предков у нас. А, потомков, извиняюсь. На самом деле, для распечатки очень даже приятное древо, но мы делаем такие дизайны, вот такие веерные, но только вручную отрисовываем и украшаем, то есть не используем как схему. Видимо, для работы тоже здесь есть какие-то преимущества, но для работы, не знаю, я не нашла для себя применения в повседневной деятельности. А так, в принципе, довольно компактно, все видно, и, конечно, если делать это именно в плане дизайна, веерная карта очень даже красиво смотрится на стене. Дальше что у нас есть? Кстати, у MyHeritage есть интересная... новый вид, как они говорят, что они, по-моему, сами его изобрели, это солнечная карта, там, где у вас все идет от предка к потомкам. То есть у вас, получается, все-все сиблинги, супруги, вся база данных от какого-то конкретного предка выстраивается в форме полного круга, и там это все идет по спирали. Довольно интересный вид, я действительно мало где его, то есть я, собственно, нигде его больше не видела. В Grams он, хотя здесь много чего понапихано, практически все, что есть, не реализован, так что, конечно, MyHeritage молодцы вот в плане таких вещей, но о недостатках их я уже говорила не раз. В частности, если вы начинаете там древо, вы можете попасть, не зная последствий своих занятий генеалогией, в такую штуку, что вы будете потом привязаны к их подписке, потому что ваше древо будет расти, вы преодолеете ограничение 250 персон, а перенести уже древо даже в 50 персон в другую программу – это большая сложность. Поэтому я категорически не рекомендую ни MyHeritage, ни Genie, ни другие, собственно, сайты онлайн для того, чтобы вести основное древо. Вы можете копировать туда то, что посчитаете нужным, но основное древо должно быть офлайн. Соответственно, переходим к следующему графу отношений. Даже я бы сказала, что мы сейчас его пропустим, чтобы просто на нем поподробнее остановиться. Древо H3 – это, собственно, очень интересный тоже вид древа, который совмещает и потомков, и предков. Вот, но я, честно, разбиралась в нем один раз, но я могла бы перед этим видео еще раз восстановить всю теорию, которая у меня была в голове, для того, чтобы вам сейчас объяснить, где что находится. Но я вот даже не хочу этого делать, потому что, понимаете, я пользуюсь Grams каждый день, он мне нужен для работы. Если я один раз посмотрела это и забыла, на Grams Wiki, по-моему, там есть объяснение, как им пользоваться, и, соответственно, какова вероятность, что я забуду это еще раз? Вероятность – это 100%. И если это не нужно даже мне, то вряд ли как бы это понадобится человеку, который пользуется Grams все-таки время от времени, потому что эта вся логика, она вылетает из головы. Это как раз тот случай, когда традиционный вид предпочтительный, на мой взгляд. Но если хотите, вы можете также посмотреть статью на Вики, изучить этот вид древа, возможно, он вам станет единственным неповторимым, удобным, и вы будете пользоваться им постоянно. Я только хочу сказать, что меня, в принципе, виды не привлекают, где есть только прямые предки, этого недостаточно для работы, поэтому, собственно, он изначально проигрывает. Дальше идем. Открывается вид, в котором чаще всего работают специалисты по ДНК, и я бы даже сказала, специалисты, у которых уже эта работа связана с историей и с исследованием ДНК, там, я не знаю, древнего человека или каких-то сильно далеких от нас исторических личностей. Об этом виде представления, собственно, древа я говорила немножко в первом своем видео о выборе программ. Вот так оно выглядит, очень длинной-длинной колбасой. Вы понимаете, что здесь
тоже есть своя очень красивая логика, я уверена, но смотреть на такое древо каждый день для того, чтобы делать какие-то выводы о том, где вам что еще поискать, ну, я бы не сказала, что это сильно поможет в работе. И это вид, который вообще, в принципе, не настраивается. То есть предыдущие настраиваются, но поскольку мы ими не пользуемся, там непонятно, зачем их настраивать. А здесь, собственно, у нас настройка, в принципе, не предусмотрена. Хронологический вид позволяет вам просто по шкале лучше понимать, откуда, куда вы двигаетесь. И благодаря некоторым нахлёстам вы понимаете, кто с кем там в одно время жил. И, соответственно, тоже можете делать какие-то свои выводы. Ни разу еще в жизни это древо мне не пришло в голову, когда я задумывалась там о том, кто с кем мог общаться. Вот ни разу я его не использовала. Не знаю, опять-таки. Почему? Значит, переходим уже к основному виду, который, в принципе, в Грамс, если говорить о древе, которое отображает всех людей, забитых в базу, но все-таки связанных, конечно, между собой, то есть о людях, которые не связаны между собой, там отдельная песня, а их чаще всего вы не увидите здесь, так же, как и в Махире, то есть, например, они не будут отображаться на общем древе, если просто вы создали персону, сделали, допустим, ей супруга и все, а к основному древу не привязан. Так вот, этот вид чем хорош? Тем, что мы здесь видим всех-всех-всех. Это видно даже по, собственно, видите, у нас здесь есть как бы и живые люди, видно по более насыщенным цветам. И предки, которые уже, понятно, не с нами, можем перемещать его движением мышки, можем прибавлять масштаб, можем уменьшать масштаб, делать оригинальный размер, умещать все в окно. Здесь мы можем переходить к некоторым персонам, но это не очень удобная вкладка. А вот это вот, собственно, поколение предков, поколение потомков. То есть можем сократить поколение предков для отображения и там увеличить количество потомков, но здесь нам это... Ну, хотя да, нам это что-то дает. Обычно потомков все-таки меньше. Вот. Что в этом древе еще интересного? То есть оно более динамичное. По колесику его можно там приблизить, отдалить. Вот как вы видите, здесь у нас получается женский пол, мужской пол, семья, которая образована в 1845 году, и все их дети. Вот что нам хотелось бы видеть. То есть если мы забили 5 сестер, то мы их всех здесь увидим. Можем нажимать на конкретного человека. Вот он становится базовым лицом, так подпрыгивает. В общем, короче, можем делать, что хотим. Довольно-таки удобное древо. Хотя, как вы понимаете, для того, чтобы проследить определенную логику, вот, конечно, бывает удобнее родословная, потому что здесь вы четко видите ваши прямые предки и их, соответственно, там родители. Здесь уже вы смотрите комплексно, но от этого больше путаницы возникает. Все-таки, как, может быть, как вариант, семьи лучше действительно не выделять ярким цветом, чтобы они просто не пестрили. Граф отношений в Грамс подразумевает именно вот это понятие, когда у вас вся база данных на одном листе. Дальше, что бы я хотела обсудить, это то, собственно, как можно вывести вот этот динамический вид на отдельный файл. Для этого нам нужно немножко поработать с фильтрами. Мы переходим в графу «Люди», выбираем человека, который является для нас базовым в древе, и создаем два фильтра, на основе которых будет сделан отчет. Есть способы сделать этот отчет и по-другому, но вот этот мне нравится своей логичностью и тем, что здесь можно применить, опять-таки, несложный алгоритм, и он будет работать для вашего древа всегда. Создаем сначала первый фильтр. Здесь у нас фильтры всегда по умолчанию справа открыты, и нажимая вот на это редактирование, можем редактировать текущий фильтр, либо, если у нас нет специального фильтра, создавать новый. Но мы просто посмотрим фильтр, который у нас уже создан, для того, чтобы сократить немножко время. Здесь вводятся всего лишь два правила – предки лица и потомки лица. И предки, и потомки можно их найти поиском здесь в списке фильтров. Можно, соответственно, вот просто логично, они находятся один в потомках, другой в предках. Значит, что еще здесь важно? Когда мы создаем именно правила, касающиеся предков, мы обязательно здесь ставим галочку «Включить выбранный ID Grumps». И здесь вот этого человека, которого мы сюда вписываем, мы можем выбрать вручную, а можем просто записать его ID, потому что мы его всегда видим вот в этой колонке. Это, конечно, записать ID будет удобнее. А второе правило создаем абсолютно так же, только единственное, здесь нет у нас галочки «Включить выбранный ID Grumps», и правило касается уже потомков. Вот так они выглядят. По умолчанию стоит, здесь всегда должны выполняться все правила, но мы меняем на «Должно выполняться хотя бы одно правило». Вот у нас, соответственно, вы нажимаете ОК. Здесь у нас так же, как рекомендуется в инструкции, фильтр назван «Францесс 1». Вы можете назвать его по-другому. И на основе этого фильтра мы делаем еще один фильтр, который называется уже «Францесс 2», там, да, или какая-то там фамилия 2. Здесь правила основываются уже на первом фильтре, и все они, в общем-то, выбираются в... Вот это вот окошко можно двигать, что очень удобно, чтобы до конца читать. И вот у нас в основном они выбираются в семейных фильтрах, то есть родители, супруги, братья и сестры. Настраиваются... Элементарно здесь просто выбирается фильтр, который нужен. И есть еще такой фильтр, который называется «Лица, соответствующие фильтру». Он выбирается в графе «Общие». Вот. Найти, в общем, элементарно. Точно так же настроек никаких нет. Здесь стоит настройка, должно выполняться хотя бы одно правило. И, по-моему, она стоит по умолчанию, не знаю, либо я ее поставила. Но в любом случае с этой настройкой все работает. Все, больше ничего нет, только название. Дальше переходим непосредственно в сам отчет, который находится в отчеты, графике, граф отношений. И здесь у нас... Тоже настройки, они, конечно, очень вариативны. Я вам покажу именно те, которые принципиальны для работы фильтра.
Переходим в первую настройку параметры бумаги. Выбираем другой размер. И здесь, если у вас стоят такие кавычки, которые обозначают, не помню, дюймы, по-моему, или еще что-то, ставим здесь галочку «Метрическая система», все начинает быть в сантиметрах. Здесь я ставлю формат, который называется А0 в четвертой степени, условно говоря. То есть 336 сантиметров, это, представьте себе, 3 метра на метр. То есть если вы думаете все-таки печатать на стену, вам, конечно, нужно еще раз это осмыслить или там распечатывать, сворачивать в плакат, потому что, возможно, удастся это сделать и при меньшем размере. Я экспериментировала с большими размерами, с размерами с меньшими. Меня это устраивает, в общем-то, и для печати, и для... Ну, печатаю я вообще-то типографию обычно, но как бы для просмотра на экране устраивает. То есть меня он... Как бы, это у вас точно сработает для такого огромного древа. Если у вас древо меньше, смело можно пробовать уменьшать. Здесь также выбираем PNG-изображение. Дальше. С размером определились. Ориентация вертикальная, ну хотя в данном случае, наверное, логично выбрать горизонтальную. Правильно, у нас ширина больше высоты. Но сейчас мы просто не будем этот файл печатать, у меня уже есть созданный. Дальше в параметры отчета выбираем фильтр. Frances 2, главное лицо у нас какое-то другое. Я бы выбрала все-таки то лицо, которое, собственно, нас интересует. Так, переходим сразу к следующим настройкам формата имен. Обращайте внимание на это, если вы хотите красивое получить отображение. Я сделаю ссылку на свое первое видео по Грамсу, там я говорю о том, какая формула должна быть именно для того, чтобы все было так, как мы привыкли по-русски. Все остальное мы можем переходить там спокойно на свое усмотрение, менять. Что нужно здесь, в разметке? Они рекомендуют сделать горизонтально в инструкции. В инструкции по составлению этого отчета. Но я все-таки, конечно, больше люблю вертикальный вид, поэтому оставляю вертикальный, и все работает. И здесь вот в параметры мы выбираем сжать до минимального размера. Вот это вот важно. Точки на дюйм тоже важно поменять. Если мы делаем PNG, я бы все-таки здесь сделала не 72, а здесь, собственно, в их рекомендации все даже очень хорошо по этому поводу объяснено, а все 300, если мы планируем печатать. Ну, естественно, это влияет на размер файла, но в любом случае с таким большим древом, с таким большим размером соотношения сторон, в смысле, мы, естественно, имеем огромный файл. Все, нажимаем ОК. Генерируется изображение, я открываю то изображение, которое у меня сгенерировалось. Я его открываю в программе, которая называется Irfan View, потому что я не рискую открывать в просмотрщиках нестандартных, не тех, которых я использую для просмотра, просто изображений, слишком уж большой размер. Если вы посмотрите на данные, которые у нас есть, я так понимаю, что он занимает 15 мегабайт, а как бы памяти он жрет еще больше. Ну и размер, соответственно, вы тоже видите, сколько мегапикселей. Поэтому, в общем-то, не факт, что любой просмотрщик его откроет. Irfan View — это программа бесплатная, легко качается, легко устанавливается, занимает очень мало места. Собственно, это просто одна папка, ее можно носить на диске, на флешке, и открывает очень много, и даже, по-моему, какие-то форматы видео открывает. В принципе, она у меня стоит уже не на первом компьютере, потому что на GenaPro тоже изображения, которые оттуда генерируются, они в таком формате, метафайл какого-то генерируется, который удобно просматривать именно в ней и переводить в привычный формат. А здесь я ее использую именно из-за веса файла. Можно увидеть, что здесь... При, допустим, выберем 200%, и видим, что, конечно, все хорошо, четко видно, то есть при таком увеличении никаких пикселей, ничего, вот 100%. В общем-то, поэтому я говорю о том, что можно его, скорее всего, еще уменьшить. Вот, собственно, такой у нас получился файлик. Все видно, все открывается, формат PNG. Что нам с ним делать дальше? Если мы хотим просто его просматривать, ну вот он есть, хотя, конечно, удобство в этом сомнительное. Но можно еще его распечатать. И даже распечатать на принтере А4, если вам не лень потом все это склеивать. Для этого есть специальная программка. Программка называется Poster Razer. И слишком объемные файлы в ней не открываются. Поэтому тоже, если у вас будет файл все-таки меньшего размера, это будет... надежнее. В том плане, что если у вас что-то не открывается, не переживайте, это, скорее всего, не открывается, потому что такая вот штука с размером приключилась. Вот сейчас я, например, пытаюсь открыть файл, который был изначально сгенерирован на очень большой размер, и он не откроется, видите? Он не объясняет, почему, но это вот 99%, что из-за этого. Мы будем сейчас открывать правильный файл, и он, представьте себе, откроется. Дальше она максимально простая. То есть она просто нарезает на тот формат, который нужно. Чаще всего это А4. Вот, собственно, здесь можно выбрать некоторые какие-то параметры, которые тоже там на что-то влияют, но, в принципе, их можно и не менять. И здесь вот, пожалуйста, получается 5 страниц. Можем, кстати, сделать меньше, да? Но, естественно, это зависит от того, какую картинку мы хотим получить. Вот если мы хотим 100% напечатать, видите, что у нас получается?
Но, по крайней мере, вам программа поможет нарезать, и вы просто потом склеите это в определенном порядке, как она будет это выдавать. Все-таки это уже что-то. Дальше нажимаем Next, и, собственно, вот сюда, ну, это я здесь не ставлю галочку, чтобы у меня не запускался PDF-просмотрщик. И дальше вы сохраняете, нажимая вот на эту дискету неактивную, просто сохраняете в формате PDF это разделенное древо. И сохраняется оно так, что каждая страничка следует за... То есть они по порядку, вот от первой до второй, вот так вот следуют и странички. У вас здесь получится, я не знаю, сколько здесь страниц получилось, в общем, такое вот количество страниц в PDF. Просто запускаете PDF на печать и в том же порядке склеиваете. Получается такой пазл. Для того, чтобы показать родственникам или использовать это для каких-то других целей промежуточных у себя при работе с древом, мне кажется, это вся вот эта последовательность, она достаточно легкая. Если вы не хотите обращаться к кому-то, чтобы отрисовал вам схему и отнес типографию, то вот эта вот последовательность, она оптимальна, как и Grams, собственно, на мой взгляд, оптимальна среди других доступных программ. Не говоря уже о том, что она бесплатна. Даже, собственно, сравнимые с ней GenoPro, функциональности, к сожалению, которая сейчас уже безнадежно отстала в некоторых вопросах, а новой версии все никак не дождаться. Но вот, собственно, GenoPro вообще-то платная, а Grams бесплатная, поэтому надо пользоваться, пока есть такая возможность, я считаю. Если у вас будут вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу, обсудим. И обязательно для тех, кому интересны совсем, совсем уже детали, есть ряд трансляций по Grams, которые будут продолжаться, и там будем обсуждать уже совсем сложные моменты, но, в общем-то, иногда в них интересно и стоит вникать. Всем удачи в поисках, пока-пока!